здравствуйте! На календаре всеми любимая пятница, а это значит, пришло время афиши на телеканале «Самара ГИС». Я Юлия Север, ответственная за ваши выходные. Летние дни улетают от нас, и поводов для печали здесь нет, ведь театры вновь открывают для вас свои двери. «Самарт» приглашает 29 августа на спектакль «Девочка со спичками». Героиня Андерсона, которой, как известно, предстоит замерзнуть на улице, проживает жизнь. Воображение. В четырех эпизодах, согретых четырьмя спичками. Интересно, таинственно, загадочно. Приходите. Суббота. Самарский театр юного зрителя. Самарская площадь в эту субботу приглашает на полюбившуюся зрителям комедию «Фэншуй или руководство для любовницы моего мужа». Как чувствует себя мужчина впервые за 20 лет супружеского брака, изменивший жене? Да еще если любовница, как две капли воды, похожа на жену, так что даже родная мать не различает. Сюжет, построенный как детектив, держит зрителя все время в напряжении. В то же время легкий тон, острый юмор делают спектакль легким для зрительского восприятия, оставляя приятное послевкусие. Спектакль идет в театре уже 10 лет и не теряет зрительского интереса. А это что-то да значит. Не пропустите. 29 августа. Пятый. Юбилейный. Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» по традиции состоится в последние выходные августа в Струковском парке. Любители музыки и танцев ждут площадки с лучшими группами и танцевальными студиями нашего города. Главная площадка соберет всех ценителей уличных спектаклей и перформансов. А аллеи парка наполнятся арт-объектами и необычными инсталляциями. Маленькие зрители смогут посетить детскую площадку 29 и 30 августа. Место встречи – Струковский парк. И это все на сегодня. Вам по традиции желаю интересных выходных. Увидимся в следующую пятницу в рубрике «Афиша».